Стартовал прием заявок на конкурс «Ямальские молодежные инициативы». Он продлится до 30 ноября. В этом году конкурс впервые проходит в онлайн-формате на новой платформе «Инициатива Ямала.рф», которая создана специально для поддержки социально ориентированных инициатив молодежи Ямала. Побороться за гранты смогут конкурсанты в возрасте от 14 до 30 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, загрузить проектную карту и оставить заявку. Участники смогут получить поддержку социально значимых проектов по таким направлениям, как студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, укрепление семейных ценностей и другие. Общая сумма призового фонда конкурса в 2020 году составит более 2 миллионов рублей.